Привет, друзья! С вами снова Фокус. И у нас сегодня поединок 6-го тура международного турнира. Очень классный поединок. Сегодня у нас сразятся Фассе и Эксперт. Оба очень классных игрока высочайшего уровня. Сегодня, друзья, мы увидим их самые-самые лучшие тактики, так как экономить они сегодня не будут, потому что они понимают риск. Риск — это международный турнир, проигрывать они не захотят. Так что все самое лучшее и современное только сегодня, только у нас, друзья. Могу сказать, что оба игрока находятся в топе рейтинга Mushroom Wars 2. Оба очень классно играют, очень сильные оппоненты. Вот, друзья, ну я думаю, что мы не будем затягивать, и мы сразу приступаем. Поехали, первый поединок. Итак, друзья, Фассе выбрал героя Стелла, и Эксперт выбрал героя Стелла. Очень сейчас классный такой герой, интересный. Итак, у нас карта Дюплекс 11. Дюплекс 11. Посмотрим. Немножечко по-разному начали свой поединок оппоненты. Фассе в первую очередь апгрейдит домик. Тем временем Эксперт сразу отправил юнитов на захват нейтрального домика. Оба оппонента поприветствовали друг друга, как мы видим. Итак, на данный момент у Фассе есть уже домик 3-го уровня. Он использует первый скилл, ускоряет производство юнитов. Итак, посмотрим. Сейчас последует борьба за верхний нейтральный домик. И, как мне кажется, Эксперт уже отправляет туда войска. Именно это он и делает. Итак, посмотрим, удастся ли ему захватить домик и удержать его. Посмотрим. Я думаю, что да. Да, удается. Он захватывает домик. Все для Эксперта складывается очень хорошо. Он забирает последний нейтральный домик на своей половине карты. Итак, друзья, как мы видим, оба оппонента, скажем так, лишились маны, так как использовали первую обилочку. Эксперт вновь использует первую обилочку для ускорения производства. Как мы видим, у Фассе сейчас две звезды морали. Тем временем у Эксперта нет ни одной звездочки морали, но при этом гораздо больше юнитов. Теперь у нас идет борьба за нейтральные домики, ну точнее не борьба. Они, скажем так, делят карту примерно равномерно. Итак, как мы видим, Фассе построил кузницу, и это будет атака на башню, как мне кажется. Атака на башню, да, и я думаю, что Фассе сейчас заберет башню. Так, а тем временем эксперт пошел на эту же башню, и он хочет использовать третью способность. Да, он использует третью способность, но Фассе блокирует своим вторым скиллом. Последнее время большинство игроков топового уровня начали играть Стеллой, так как ее третья обилочка очень сильно интересная. Вот, но, скажем так, другая Стелла блокирует ее своей второй способностью, что нам сейчас и продемонстрировал Фассе. На данный момент у него 3 звезды морали. Как мне кажется, для Эксперта сейчас атаковать нет никакого смысла. Сейчас нужно просто защищаться. Как мы видим, по количеству юнитов Эксперт до сих пор имеет преимущество, но по количеству ключевых точек Фассе сейчас лидирует по количеству морали также. Имеет 2 башни в центральной зоне, еще один домик на стороне Эксперта. Вот, но посмотрим, что нам сейчас продемонстрирует Эксперт. На данный момент у Фассе уже зарядился третья способность. И как мне кажется, что сейчас уже пошла атака, да. Эксперт пускает грустный смайлик. А нет. На данный момент это всего лишь переброска юнитов. Тем самым он дает шанс Эксперту немножко поднять морали. Но в любой момент он начнет атаковать. Как мы видим, Эксперт построил защитную башню, скажем так, на рубеже. Но он ее генерирует уже в домик, тем самым он немножечко поднял себе морали. Как мы видим, у него почти 2 звезды, да, вот уже сейчас 2 звезды. Теперь Эксперту уже будет немножко проще защищаться, но тем временем Фассе имеет уже 4 звездочки морали.
И сейчас он пойдет, конечно же, пойдет в атаку, скажем так, используя третью обилку. Именно с ней, он попытается отхватить еще одно здание. И в этот момент задача эксперта состоит в том, чтобы успеть в нужный момент активировать вторую свою способность и отключить третью способность Фаса. Сейчас мы узнаем, удастся ли это сделать ему. Вот, но как вы видите, у Фаса 3, даже 4 звезды морали, его юниты будут входить в дом практически моментально. При таком количестве звезд морали, конечно, очень трудно заблокировать способность. Итак, Фаса пошел на атаку, как мне кажется, что это домик и башня. Итак, и теряет эксперт два дома, попытался заблокировать способность, но, к сожалению, неуспешно, не угадал момент. Итак, сейчас уже у Фаса огромное преимущество по ключевым точкам. Эксперт пытается перехватить башню, но там очень-очень много юнитов. Он, к сожалению, не видит количество юнитов в нейтральной башне. Итак, друзья. Ну, здесь уже, конечно, победа будет за Фаса. Но, тем не менее, Фаса не рискует сразу нападать. И это правильно. Я так думаю, что он будет ждать, пока восстановится третья способность. А нет. Он пошел на атаку. При огромном преимуществе по количеству юнитов и морали он решил сразу проатаковать. Строит 3 кузницы. Это очень правильно. Скажем так, тут вам урок для, скажем так, начинающих игроков. При атаке профессиональные игроки делают 2-3 кузницы, чтобы атака была очень-очень мощной. Итак, друзья, Фаса побеждает, и первое победное очко остается за ним. Поехали дальше. Мы продолжаем, друзья. Итак, оба оппонента решили сменить персонажа. Оба выбрали героя Пахом. И у нас карта Дюплекс 20. Посмотрим, какую же нам интересную тактику продемонстрируют оппоненты. Это новая карта. Как вы видите, они оба атакуют башню. Я вам скажу, зачем. Они хотят как можно больше убить юнитов для того, чтобы зарядить как можно быстрее свою способность. Итак, оба оппонента отбрасывают юнитов противника на базу и продолжают атаковать. Фаса решил все-таки забрать башню. Тем временем эксперт ринулся сразу к домикам. Итак, вот у нас пошла, скажем так, разница в их тактиках. На данный момент Фаса имеет башню и домик, всего один домик. Тем временем эксперт имеет 2 домика. Итак, но уже и Фаса имеет под своим началом 2 домика. Эксперт пошел на атаку башни. Но там слишком много юнитов. Юниты эксперта не успевают захватить башню, к сожалению. А тем временем Фаса уже активно закрепился в этой зоне. Посмотрим, сможет ли эксперт забрать башню вот сейчас. И, к сожалению, нет. Тем временем Фаса понижает уровень домика эксперта. Здесь уже, конечно, будет очень непросто эксперту победить. Вот видите, всего один момент, он очень сильно меняет ситуацию. Итак, как вы видели, Фаса использовал ультимейт. Эксперт в то время отбросил юнитов Фаса назад. Итак, наконец-то эксперт забрал эту злополучную башню. Тем временем, конечно, Фаса уже начинает давить оппонента. Давить он имеет под своим началом 2 домика, даже 3 домика и 2 кузницы. Тем временем эксперт имеет только 2 домика под своим началом. Домики пока что у нас 3 уровня. На данный момент оба оппонента трансформировали башню в кузницу, которая будет повышать атаку и защиту. И Фаса пошел в атаку. Все обилочки у него на откате. Эксперт использует второй скилл. Очень грамотно использовал второй скилл. И это помогло ему, скажем так, отбиться. На данный момент эксперт имеет преимущество
по морали, но сильно уступает по количеству ключевых точек и по количеству юнитов. Посмотрим, Фаса пошел на захват еще одного дома, решил не рисковать. Я думаю, что он сделал правильно. Ну вот теперь эксперт должен показать нам какой-то хитрый трюк. Хитрый трюк на данном этапе ему, конечно, приходится нелегко. Но посмотрим, может быть, он что-то сможет придумать. Я так думаю, что сейчас в его интересах забрать нейтральный домик. Но он понимает, что у Фаса уже заряжен второй скилл. Он использует ультимейт и пытается отхватить домик и не забирает. И буквально 1-2 юнита оставалось в этом домике, не забирает, так как у Фаса огромное преимущество по морали и по количеству кузниц. Перехватить домик не удалось. Итак, Фаса забирает еще одну кузницу. Ну, друзья, на данном моменте мы уже понимаем, что этот бой останется за Фаса. Мы можем поздравить его со вторым победным очком. И сейчас счет у нас уже 2-0, друзья. Продолжаем дальше. Мы продолжаем, друзья. Как мы видим, оба оппонента остались при своем последнем выборе героев. Оба оппонента используют Пахома. Итак, у нас карта Duplex 6 в режиме доминирования. Как вы знаете, два вот этих вот, скажем так, новых здания, которые появились во второй части, в которых сейчас находится по 25 юнитов, они у нас и являются основной целью. Кто удержит эти два здания в один момент в течение пары секунд, тот сразу побеждает. Итак, Фаса играет за зеленый цвет, он уже отправился на захват своего здания. Тем временем эксперт играет за оранжевый цвет и точно так же отправился на захват здания. Итак, оба оппонента используют вторую обилочку, телепортируют юнитов обратно. Итак, посмотрим. Эксперт идет змейкой, тем временем Фаса идет обычным, скажем так, обычным строем. Оба захватывают нейтральное, точнее, ключевое здание. Итак, ну, сейчас у нас ситуация примерно равная, как мне кажется. Эксперт, как вы видите, сделал кузницу, Фаса последовал его же идее. Итак, кто же захватит кузницу? И это Фасе. Эксперт немножечко далековато использовал свою обилку и телепортировал не всех юнитов, к сожалению. Итак, Фаса использует свою отбилочку вторую, опять же, возвращает юнитов эксперта на базу и захватывает последнюю ключевую точку и выигрывает в этом поединке, друзья. Мы поздравляем Фаса, он вновь показал свой высочайший уровень. На данный момент он, конечно, один из главных претендентов на победу в турнире, друзья. Вот, но также могу сказать, что эксперт продолжает еще бороться в турнире. Пойдет через нижнюю сетку, но, как вы знаете, оттуда можно выиграть и турнир, так что, возможно, у эксперта еще будет шанс поквитаться со своим оппонентом. Ну а с вами был Фокус, друзья. Все самые лучшие классные поединки еще впереди. Оставайтесь с нами. До новых встреч, друзья!